вечно течет, все в мухах, в общем, все это. И взяли, в конце концов, мы обратились в водоканал, говорим, что у нас такая ситуация, что течет вода, они взяли, просто нам срезали колонку, и все. И теперь, кто проживает, старики около линии, я не знаю, где они будут воду брать. У нас как бы вода есть в доме, мы за себя как бы не переживаем. Мы переживаем за общий рабочий поселок, где люди проживают, пенсионеры. Откуда они будут эту воду брать, откуда будут носить? Они и так на себе эту воду носят. Они срезали колонку, как объяснили это, для чего это сделали? Никак не объяснили, молча. Мы даже не знаем, почему вот так вот все сделали.